Администрацию города Заречный наградили почетной грамотой за первое место в номинации «Городские и районные администрации» за организацию одной из лучших летних оздоровительных кампаний. Еще одну награду получил Центр образования и профессиональной ориентации нашего города. Первое место в номинации «Детские лагеря труда и отдыха». Активисты городского детского движения «Юнзары» и молодежного объединения «Лига молодых Заречного» представили всем собравшимся красочное выступление. Они рассказали и показали, какая интересная и насыщенная жизнь кипит в детском оздоровительном лагере «Звездочка», и презентовали профильные смены. Разрешите сейчас на эту сцену от детского оздоровительного лагеря «Звездочка» поприветствовать здесь участников детского движения «Юнзары» и «Лиги молодых» города Заречного под ваши громкие аплодисменты. Какой он, самый лучший лагерь? Для некоторых это комфортные условия и современная инфраструктура. Для других это насыщенная, интересная, полных ярких мероприятий программа. Третьи же жаждут сильных эмоций и теплой атмосферы. А знаете, есть такой лагерь, который придется по вкусу каждому. Сегодня мы расскажем вам о «Звездочке», двери которой всегда открыты для детей. Когда на сердце очень грустно порой, когда от грусти этой слезы рекой, одно из средств и не секрет, ты улыбнись и скажи всем привет. Жить станет легче, жить станет лучше, и ты увидишь, солнце выйдет из-за тучи. Привет, скажу я мне. Почтенная публика, приветствуем вас! Юнзары и Лига ведут свой рассказ о лагере «Звездочка», где без затей все создается лишь для детей. Нигде не найдете такого света, что всех покорит, осветит всю планету. Вы думаете, там будет скучно? Отнюдь! Здесь каждый найдет для души свой путь. Легенды и сказки заманит вас в сети первая смена. За это все дети так любят, так жаждут вернуться назад, лишь скинув с плечей своих школьный рюкзак. Лидеров смена вторая по счету. Здесь лидер команды берутся работать, чтоб акции, планы, проекты, идеи в учебном году воплотить мы сумели. А творческим детям полюбиться успела активная, яркая третья смена. Талантов здесь море, певцы и танцоры, артисты, художники, они свернут горы. Спортсменам же нравится смена 4. Мы верим, они станут лучшими в мире. Работа и спорт, тренировки, пробежки, и вот уж они олимпийцев надежды. Наш лагерь открыт для вас круглый год, для тех, кто без дела ни дня не живет. Сейчас там лингвисты, все учат язык, говорить по-английски тут каждый привык. Зимой Новый год здесь все школы встречают, и холодно им никогда не бывает. Весенние смены тут смеха полны, у нас КВН всей огромной страны. Друзья, приглашаем на отдых и вас. У нас просто супер, у нас просто класс. А если уж вы побывали везде, досуг удивит вас в нашей звезде. Откиньте прочь свои сомнения, не порицайте нас тут и там.